10 рублей Николая II, золотая, но не золотая, не почти не настоящая. Здравствуй. О, нихау, нихау. Привет, привет. Привет, привет. Ты что, в Китае был? Да. Так, что надо еще? Все? Что значит почти золотая, не золотая? Я вообще трубку не понимаю. Ну, не настоящая, выбросил, по-моему, и все. Да. Либо вот, что добровольно вот сюда приклеить. Смотри, вот сюда, вот голову повыше. Вот сюда смотри, вот сюда. Вот сюда. А? Вот, добровольно можешь приклеить, таких много. А смысл их копии делать? Вы где его взяли? Нашли. Где нашел? Нашли. Скажи еще, что закопали там в земле, 10 лет пролежал, там 5-10. Без понятия. Нет, серьезно, без понятия. Ну это ничего не стоит. 20 рублей, и вот потом идут и кидают людей на них. Продают как настоящие. Угу. Я понял. Вот и все. Ладно. И то же самое. А как вы определяете? У тебя есть работа? Конечно. Чем ты, кем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Часы продаю. А? Часы продаю. Ты нехорошо разбираешься? Да. Ну вот и все. Я понял. Тоже в помойку выброси. А это? То же самое. Никакое отношение не имеет этот момент. Это настоящее ничего не стоит. То же самое. Это то самое? Да, ноль. Ясно. Но они настоящие зато, лучше, чем те предыдущие. Да. Тоже настоящий, тоже ничего не стоит. Кошелек зачетный. Спасибо. Удачи. Хочешь знак тебе подарю настоящий? Нет, спасибо. В чем же смысл? Береги себя.